достоверный за относительно недолгую жизнь награды, которая существует в Отечестве, попадается в Содружество. На сегодня мы будем поздравлять и награждать людей, которые более чем заслуживают этого символа. Символ, связывающий нашу культуру, российскую, с зарубежной культурой, русской. Люди, сделавшие очень много для того, чтобы жизнь была светлее, добрее, красивее. Это Николай Владимирович Буров, добрый, замечательный культурный хозяин. И этого не только этого дома, и время это очень красиво. Наверное, неплохо, что мы сейчас начнем эту встречу не так, как изначально хотели. Сразу наградить золотой цепью. Ну, вот Сергей Михайлович Шаус сказал, золотая цепь на дубе том, но он был не первым. Первым был Александр Васильевич Городницкий. Он был первым тогда на Ленинграде и отмечен им. Да. Вот, а мы начнем с небольшой концертной программки, такого экспромта, друзей и людей, которых мы опрашивали, мы же не просто так взяли самостийно, вот, решили, приняли решение раздавать награды тем, кому, кто лично очень симпатичен и дорог. Нет, это действительно, да, не по протоколу, но очень многих мы спрашивали о справедливости такого выбора. 100% была поддержка, и это подтвердит Владимир Иванович Холоненко, вот президент той истории, которая породила и автора этой идеи «Золотой цепи Содружества творческих детей русскоязычных». Дорогие друзья, я признателен Виктору Борисовичу, что он вкратце осветил тему нашего вечера. Я лишь дополню, что ввиду того, что наградные свидетельства наших сегодняшних знаменитости в пути. И поэтому послушайте небольшой концерт. Откроет его солист филармонии Дмитрий Ефименко. Минувших лет угасшее веселье, мне тяжело, как снег мне под ним. Но как вино, печаль минувших дней, моей душе, чем старей, тем сильней. Мой труд уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать, я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения, меж горестей, забот и треволнения. Порой опять гармонией плюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И может быть, а мой закат вечерний блеснет любовь, улыбкой обещанной. Брожу ли я вдоль улиц шумных, хожу ли по многолюдным храмам, сижу ли меж юношей безумных, я предаюсь своим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечный свод, и чей-нибудь уж близок час. Гляжу на дух уединенный, я мыслю, когда лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов, младенца милого ласка, и уже я думаю, прости, в тебе я место уступаю, мне время тлеть. Тебе цвести. День каждый, каждую годину привык я думы провождать, грядущей смерти годовщину вешать стараюсь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли странствие, волна? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу равно повсюду и сливать, но ближе к милому пределу мне все хотелось почивать. И пусть у громового входа молодая будет жизнь играть. И ров...
равнодушная природа красой вечной сиять. Теперь я приглашаю на сцену заслуженную артистку России Надежду Ивановну Галеву. Она споет нам две вещи из чудных оперетт. Звезда.
Теперь раз порадовать своим творчеством, известнейший бард, поэт, член Союза Санкт-Петербургского литератора Виктор Федоров. В этих стенах мне всегда хочется вспоминать золотой век нашей культуры, великий и могучий русский язык, который нам, по сути дела, сформировал Александр Сергеевич Пушкин. Или нет? Осенним таинством аллеи меня манят к себе туда, где дали полны откровения, где каждый вздох, как сон глубок, всюду глушь уединения, от сердца нить идет клубок. Ах, что ж, Наталья Николаевна, не все да равно, кому виной, что в жизни прожитой исправно вам быть такой, а не иной. Прикосновением беспристрастным, не допуская мелочей, врезает время в память властно черты друзей и врачей. Надо пальмой могилой поэта в ночи ни звезды, ни случайного света свечи, лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу шли и звучат над землею во все времена песни щедрых сердец, воскресив имена. Дабы в хладности лет свой оставил след, это славное, горькое звание. Ой. Гремит шампанских пенный выстрел, и цыган звенит в ушах. Вскипает юность в лицеистах, гусарской вольностью дыша. Перо хмелеет от полета, друзья тревожат пыль веков, но ждут кого-то эшафоты из стали надломленных клинков. Среди безудержного бала светлые мгновенья тишины, достойны, так их не хватало, иным не впрок они даны, рождая чудные мгновенья. Цветет унылая пора, сомненья вслед за озареньем, прохладой полнят вечера. Надо пальмой могилой поэта в ночи ни звезды, ни случайного света свечи, лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу шли и звенят над землею во все времена песни мудрых сердец, помня их имена. Дабы в хладности лет свой оставил след, это гордое, горькое звание. Поэт.
что было. Крылатым бромелькам коней за жизнь, которую любил он, за боль расплавленную в ней. Но неужели, неужели свинцовой точки не стереть и санкам в обсковских метелях к владениям дедовским лететь? Туда, где рощи пламенеют, туда, где стылая вода осенним таинством олив. Наталья Гудкова-Саркова
и Светланка, как она пишет в интернете Ветрова. Этих девушек я встретил еще и совсем юными в клубе «Меридиан» на Петроградской стороне, в Адресе культуры имени Ленсовета. Я не скажу, очень много лет назад, потому что они до сих пор юные. Это я немножко столько старше, но время относительно как-то для всех нас движется. Итак, прошу внимания. Вот Сергей Михайлович сейчас, видимо, спасает дипломы, которые в пути, так я понимаю. Но Николай Владимирович, эти песни тоже будут созвучны, поскольку тут и державинская тема прозвучит, которой мы все гордимся. Стилизации. Мы сейчас покажем маленький фрагмент. Первая песня написана Юлией Кином, замечательным писателем, поэтом и бардом. Thank you.
слышим? Там, за рощей, за студеной, где-то светит окно. Начинаем церемонию увенчания золотыми цепями Содружества Пушкинскими двух достойнейших, знаменательных, уважаемых человек. Начнем с Николая Витальевича Бурова. Поскольку Николай Витальевич Буров этот народный артист России внес большой вклад в дело развития нашей культуры, будучи председателем комитета по культуре. Именно ему я безмерно благодарен, что когда был период, шло вытеснение русского языка из Прибалтики по канадским технологиям, я вышел, помню, из Союза литераторов на Думской и под первым делом позвонил из автомата 2 копейки Николаю Витальевичу и сказал: Николай Витальевич, вот так и так, такие дела, вытесняют русский язык, надо как-то его пытаться сохранить и требуется от вас помощь. Он говорит: без проблем, мне тема эта нравится. Я сам за нее ратую. Я говорю, тем более нас поддерживает академик, бывший директор Пушкинского дома Андрей Николаевич Юзитов. Он говорит: хорошо, приходите ко мне.
Вот так был решен вопрос о составе этой организации. Почему я ему за это особенно безмерно благодарен. И с него, пожалуй, начнем церемонию. Золотая цепь Содружества, она выполнена по типу цезаревской пластической цепи. Внизу звенья цепи представляют собой славянскую вязь, а внизу, потом посмотрите, подойдете, написано «Аз есть», то есть человек-лауреат состоялся, его общество признает, труды его ценит, уважает и безмерно ему благодарны. Вот такой пушкинский посыл как бы в нашу современную действительность лауреату с нашей, от нашей региональной общественной организации русскоязычного содружества творческих деятелей. Я бы первым, это почти наш крестный отец интеллектуальный, предложил Александру Травину, нашему видеорежиссеру, возложить эту достойную награду на грудь нашего бравого Николая Викторовича. Цепи Содружества прилагается такое наградное свидетельство. Свидетельство, значит, Буров Николай Витальевич решением наградного совета удостоен высшей награды русскоязычного Содружества творческих деятелей. Золотая цепь Содружества. Подписи президент и почетный президент. Вручается это свидетельство. Вручается свидетельство за служение русской словесности, объединяющей народы России. Так, теперь это не все. Брать нельзя. Я на обратной стороне написал дарственный экспромт. Поскольку он играл императора Александра II, то здесь упоминается. Я вам прочту дарственный экспромт, 6 строчек. А в конце там будут подписи участников церемонии. Вы распишитесь на память нашему уважаемому Николаю Витальевичу. Дарственный экспромт. Нет, то не Александр II, то Буров, бравый император. Он словно римский гладиатор с невежеством вступает в бой. И 9 муз его подруг с ним вместе славят Петербург. Проще рукой вписывает, да здесь прямо. 21 век. Спасибо, я искренне благодарю вас. И вас, Сергей Михайлович. Я в вашем доме нахожусь. Вот. Пушкин и Некрасов, они, знаете, всегда на одной ноге. Я искренне благодарю за честь такую. Конечно, ему немножко не хватает, потому что дуб есть. Цепь золотая есть. Русалку на ветви. И папа его всю. А так вместе за все спасибо.
теперь у нас второй герой сегодняшнего вечера. Сергей Михайлович Некрасов. Я думаю, что много говорит об этой личности в истории нашей культуры, в истории нашей современности. Говорить не стоит, потому что его все прекрасно знают и знают, какой колоссальнейший труд он вносит в сохранение пушкинского наследия. Честь ему и хвала за его жизненно-творческий подвиг. Сергей Михайлович, браво вам, Виктор! Увенчает его Виктор... Виктор Фёдоров. Друзья, вот маленькая ремарка. Николай Петрович прав, что вы в данной ситуации не чиновники, а вы люди, которых любит народ. Вот и то, что мы делаем, мы делаем действительно от лица и по поручению нашего великого народа. И вам, как одним из лучших его представителей. То, что вы сегодня рядом, это не случайно, это символично. Это здорово. Такое. И еще два слова. Вот лично в моей жизни Сергей Михайлович играл и играет колоссальную роль, потому что всякий раз, вспоминая о нем, встречаясь с ним, я как-то себя ощущаю значительно лучше. Мне хочется творить, мне хочется делать много добрых дел. Люди с такими глазами, как вы, бесценнейшие, с такой улыбкой, с таким знанием, с таким благородством, случайно не является всем миром. Счастье, что мы с вами современники. Самое главное – это забыть. Здесь по такому же принципу, как... Я поддержу. Как и на первом наградном свидетельстве, которое было только что вручено Николаю Витальевичу. Здесь я тоже посвятил Сергею Михайловичу Некрасову дарственный экспромт. Звучит он так. Сергей Михайлович, дорогой, коль дважды два всегда четыре, то вы наследный домовой на мойке Пушкина квартире. Пусть мойка плещет о гранит, и труд ваш с пушкинским роднит. Спасибо большое. И экспромт хорош. И лауреат. Я раньше никогда не носил цепей. Как вы, Николай Викторович? Привыкайте потихонечку, потому что орден Андрея Первозванного тоже видите. Орден Андрея Первозванного очень опасная награда. По моему анализ, который я провел после награждения орденом Андрея Первозванного, люди живут примерно от 2 до 9 месяцев. Лучше не надо. Не надо, поэтому... Обойдемся. Нет, если говорить серьезно, то, конечно, очень трогательно, что люди выражают свои искренние чувства в столь приятной и столь изящной форме. Так что огромное вам спасибо за идею, за стихи, которые здесь написаны, за те вот памятные реликвии, которыми мы теперь с Николаем Витальевичем обладаем.
И, конечно же, каждый раз мне приятно читать не только вот эти экспромты, но и стихи из ваших сборников, которые мне весьма симпатичны, и слушать романсы Виктора Федорова, или песни он их называет, но, во всяком случае, вот только что прозвучало же так хорошо. Я, правда, был в это время не в зале, а за стенами, но все слышал и к тому же знаю. Эти романсы очень приятно и хорошо. А что касается того, что мы вокруг Пушкина все собираемся, то это тоже, по-моему, очень знаменательно, потому что Пушкин – это действительно, ведь однажды уже в тот самый день, в конце января 1837 года, было сказано «Солнце в русской поэзии». Вот вокруг этого Солнца в его орбите вращаются разные планеты, большие и малые, яркие и не очень, но самое главное, вот эта творческая энергия Пушкина, она рассыпана столь щедро во всех тех творцах, которые мимо Пушкина пройти не могут. И поэтому, конечно, я думаю, вполне логично, что сегодняшняя вот наша встреча проходит именно здесь, на Мойке 12. Спасибо вам большое. Спасибо. Маленькое дополнение, прошу прощения. Собственно говоря, тут еще нет двух героев. Роберт Гагинов, это я, собственно говоря, и Абсолямов, сюда, пожалуйста. Вот при моем участии, вот было как бы разработано, по мужу. Я-то любуюсь. Тахир, я случайно кинул камень в адрес российской. Нет, собственно говоря, по моему эскизу сделан диплом, в общем, все от начала до конца. Возьмите, пожалуйста. А Сергей Михайлович, мы как-то ехали. Господа, Сергей Михайлович, мы ехали как-то в поезде и целую ночь проговорили, он мне подписал книгу «Апостола Муравьева» и как-то «Апостол добра». Да, «Апостола добра». И, в общем-то, вот, с той стороны, 20 лет назад, в общем-то, никто не думал, не гадал, что это так вот судьба сподобит, как говорится. Спасибо. Ну, и потом, вот, у меня, как говорится, маленькое такое, опять же, дополнение или пожелание. Вот моя работа, в общем-то, с любовью и с уважением принята под названием «Кришна Пушкин» была принята Елизаветой II, вот Николай Витальевич, королевой Великобритании. А в Пушкинском доме нет, где-то не в запасниках, не где. Вот, ну, это отдельная тема, и мы с вами поговорим. Мне бы очень хотелось, чтобы... Это хороший разговор. Да, господа, это выступал, сейчас держала речь, великий художник современности Роберт Габитов. Он много сделал и материально, и в художественном плане изготовления наградных свидетельств. И второй великолепнейший мастер, ювелир, это Тахир Абсолямов, который воплотил пушкинскую золотую цепь содружества в виде бронзового литья. Резное злато ожерелье такое. Ну, вы видите, как они переливаются и играют на наших доблестных рыцарях культуры. Да, и доставляют... Евтушенко награждал я, собственно говоря, тоже, пожалуйста. Да, ну, сегодня мне не повезло, к сожалению. К сожалению. Придется еще раз говорить. Так, спасибо, Роберт Габитов. Низкий поклон. Спасибо большое. Поздравляю. Тахир Абсолямов. Вы великолепный мастер. Спасибо. Можно еще раз сказать? Друзья, страна должна знать своих героев. Действительно, от первой цепи, и дай Бог еще до многих-многих последних, я надеюсь и верю, что именно его золотые руки смогут воплощать этот редкий, редчайший символ уважения. Так, тут появился у нас Борис Андреевич Персинин, поэт. Уважаемый Николай Витальевич, уважаемый Сергей Михайлович, позвольте вам подарить мои книги. Спасибо. И почитайте большое стихотворение.
наши герои, господам Гурову и Некрасову, бесценный вклад принесли в культуру. Второй Некрасов, первый Гуров. Они увенчаны судьбой. И первый, и второй герой. На память каждому из нас запечатлятся эти строки. Хоть им писали не пророки, но все же поэты высший класс. Бесценный вклад, он словно клад, обогатил страну родную, чтобы все пошло у нас на лад. Взбодряем поросль молодую. Вы что-то хотите сказать? Я хочу сказать, что... Спасибо. По-моему, наши виновники торжества, цель там все-таки тяжелая, стоять с ней непросто. Давайте еще раз их поздравим, поаплодируем. И дадим им отдохнуть. Спасибо вам огромное за то, что сегодня... Требуется обмыть еще. Мы вместе. Ну, как получится. Что мы вместе сегодня, и действительно, этот день запомнится нам надолго, скорее всего, навсегда. Спасибо. Спасибо. А можно еще одно слово, за что я благодарен Некрасову? Я благодарен вам за то, что вы отметили. Я благодарен тем, кто это придумал. Я очень благодарен художникам, которые это воплотили. Но я очень благодарен Некрасову еще, Сергею Михайловичу. Потому что мой профессиональный Пушкин, а профессиональным артисты называют автора, который позволяет им зарабатывать деньги. Мой профессиональный Пушкин родился в этих стенах. Здесь когда-то работала Нина Ивановна Попова, которая стала моим консультантом, когда я, как идиот, драматический актер, выходил в балете «Пушкин» Андрея Петрова на сцену Кировского театра, было это 40 лет назад, и дало мне счастье знакомства с Тимиркановым, с Василевым и Касаткиным, и с Сомбаташвили, с самим Андреем Павловичем Петровым, которого уже нет, а Юрий Хатович только что отпраздновал свое 80-летие. И вот Нина Ивановна вот здесь, вот в этих стенах, меня сломала, сломала мое сознание, потому что Пушкин был для меня, ну, мать грозит ему в окно, ну, легкая прогулка с Онегиным, еще что-то, и вдруг появился совсем другой Пушкин. Пушкин трагический. Я думаю, что каждому должен зайти иногда и такой Пушкин. А он тогда усядется, усядется между нами и сам заплачет. Вот когда Пушкин плачет, это очень-очень здорово. Только если он плачет не по погибающему русскому языку. Месяц назад мне пришлось раскланиваться в одном лучшем, говорят, концертном зале Токио, где я на русском языке читал не Пушкина, к сожалению, но Прокофьевича Пушкина писал тоже. Но я читал Лугового и Эйзенштейна, Ивана Грозного. Меня совершенно поразило, как японцы научились слушать незнакомые тексты. Им помогает бегущая строка, такая противная сверху вниз, но тем не менее, как они завороженно слушают этот язык. Мы владеем таким богатством. Нам бы каждому надеть бы по золотой цепи и заставить нас ходить по этой цепи, по нашему великому, могучему, русскому, безумно красивому, эмоциональному, очень сердечному, сверлящему, гневному, ласковому, удивительному русскому языку. Браво. Целое стихотворение в прозе конкуренции с Иваном Сергеевичем Тургеневым, юбилей, которого я его получаю, тоже недавно читал, сказал очень хорошие слова. И были высказаны здесь пожелания, чтобы и будущие поколения, и молодые как можно чаще обращались и к Пушкину, и ценили русский язык. И вот я должен сказать, что именно с этой целью мы открыли
Сегодня на студии документальных фильмов «Лендок», это рядом с Мариинским театром, открыли киновикторий. И там будем показывать фильмы, там такой абонемент из 18 фильмов, которые созданы Всероссийским музеем Пушкина в содружестве с некоторыми киностудиями, иногда без содружества, просто сами собой. Вот сегодня как раз было начало, и там два фильма. Первый фильм, 52 минуты, называется «Странная жизнь Анибала». Все эти фильмы мы делали с режиссером Константином Васильевичем, Артюховым. Костя, как твое отчество, Константин Валентинович, с Константином Валентиновичем Артюковым. И представляем, значит, вот эти фильмы. А второй фильм, который там сегодня показывают, вот сейчас, в эти минуты, называется «Как Пушкин с Гоголем породнились». Вот текст этого фильма, ну, сценарий всех этих фильмов были написаны мною, а вот текст двух фильмов читал Николай Витальевич Буров. Так что мы, можно сказать, тут в «Корнилец» — это в адрес Пушкина. Александр Сергеевич Корнилец. Спасибо.